Шалом и добро пожаловать на Вахавто Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в Институте Зера Авраам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в Институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском. Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово «loveisrael.org». А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Куда лежит ваш путь? Понимаете, кем бы вы ни были, вы в путешествии, и это духовное путешествие. И если вы верующий в Мессию Иешуа, то вы будете временами встречать, вероятно, чаще, чем вы думаете, вы будете встречать врага. И нам необходимо понимать, о чем мы говорили в течение нескольких недель, и это то, что мы были оснащены для победы. Я хочу сказать это снова. Мы были оснащены для победы. Победы над врагом. Я говорю о сатане и обо всех тех падших ангелах, всех злых демонах, которые подчинены сатане и работают на его цели, а не на цели Бога. Что ж, на прошлой неделе мы видели, что Мессия дал повеление: «Приготовьте лодку, я переправляюсь на другую сторону». И сразу же была коммуникация об ученичестве. Что это значит и чего должен ожидать ученик? Мы это изучали на прошлой неделе. Сегодня мы будем говорить о том, как взять эту истину и применять ее. Что значит быть учеником? Как ученик действует? Что он делает? Во что верит для того, чтобы была победа? И Мессия, он путешествовал. Он сел в лодку со своими учениками, и была сила, противодействие врага, но Мессия все это обратил в ничто. Поймите, что с помазанием Духа, с истиной Бога, мы побеждаем врага. Что ж, посмотрите вместе со мной место, на котором мы остановились на прошлой неделе. Евангелие от Матфея, 8 глава, и мы готовы прочесть 28 стих. От Матфея 8, 28. Мессия путешествовал, и он прибыл. Заметьте, что тут сказано. И когда он прибыл на другой берег, в регион, в страну Гергесинскую. Это область на другой стороне Галилеи, на восточной стороне. И это та область, где был великий, великий грех, и мы это скоро увидим. Поскольку там был великий грех, в этой области также была значительная демоническая активность. Читаем далее. Его встретили два человека. Два человека бесноватые, одержимые демонами. Они встретили его и вышли. Откуда? Вышли из гробниц. Почему так? Что ж, гробницы означают смерть. Гробница означает духовную нечистоту. И вот это изображает демоническое влияние. Оно изображает смерть. Оно изображает смерть, нечистоту перед Богом. Так что эти два одержимых человека вышли навстречу Иешуа. И они были очень свирепыми. По причине демонического влияния они вели очень свирепый образ жизни. Они не были добрыми, они не были сдержанными, они не были кроткими. Они не демонстрировали власть и правление Бога в своей жизни. У них не было плодов Духа, но они весьма свирепые, так что сказано тут, никто не смел проходить тем путем. Они не давали людям проходить мимо них. 29 стих. И вот, это демоны, бесы,
но духовно они мудрее, чем большинство людей. Почему я говорю это? Обратите внимание на то, что говорит Писание, 29 стих. «И вот они закричали, говоря, что нам и тебе, Иешуа, Сын Божий?» Я перевел это буквально, но вот что это значит. Что у нас с тобой общего? Почему ты здесь? Бесы признают что-то. Они называют его Сыном Божьим. Это другой термин для обозначения Мессии. И поймите следующее. Мессия. Мы говорили о том, что он будет тем, кто установит Божий порядок. Порядок во всем его творении. Сегодня какая цель Мессии? Его цель — установить свой порядок в вашей жизни. А это произойдет только тогда, когда вы станете восприемником его силы, признаете его власть, будете ходить под помазанием Святого Духа, Духа истины. Он учит всей истине, чтобы вы были индивидуумом, отражающим то, что должен отражать ученик. А эти двое, два человека, что мы узнаем? Они одержимы демонами, а потому не являются благословением для других. Они свирепые. Они, и вот ключевой момент. Помните, тут сказано, что они никому не давали пройти тем путем. Почему так? Они хотели показать свой контроль. Они хотели влиять на других согласно своей воле. Они хотели показать свою власть. И именно это и делает демоническое влияние. Оно поднимает волю человека так, что он доминирует. Никакой покорности в жизни этих людей не было. Так что они закричали. Посмотрите, тут сказано. Они закричали. Что у нас общего с тобой, Иешуа? Они признали его имя. Сын Божий. Тут сказано. Пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Здесь я вижу нечто очень значимое. Это голоса этих двоих, используются их голоса, но их голоса были захвачены, их голосами овладели демоны, и эти бесы хотят что-то знать. Ты пришел сюда прежде времени разобраться с нами? И что значит мучить нас? Демоны понимают, они знают. Они верят в то, что Иешуа, Сын Божий, имеет над ними полную власть. И они знают, что в конце они обречены на мучения, но им все равно. Потому что для них главное сейчас. Они живут одним моментом. Они так сильно хотят того, что они хотят, несмотря на то, чем им грозит будущее. Сегодня я не буду думать о завтрашнем дне. Я не буду думать о своей вечности. Я буду думать об этом мире и буду жить так, будто завтра никогда и не будет. Однако бесы понимают свою вечную участь, что они будут вечно страдать, и что Сын Божий победит их. Поэтому они говорят, «Для этого ты здесь». 30 стих. «Вдали же от них». Это важно. «Вдали от них». «Вдали же от них паслось большое стадо свиней». Ничего в Писании не происходит случайно, и в этом событии есть великое значение. Мы говорим о демонической силе, демоническом присутствии, демонической активности. И тут сказано, что в том же регионе, вдали от них, тем не менее, они это знали. Там было большое стадо свиней. Здесь речь идет не о диких свиньях. Речь идет о домашнем стаде. Рассказано, что они паслись, значит, они были под присмотром пастуха. И мы знаем что-то. Мы знаем, что свинья — не кошерное животное.
свинину есть нельзя. Возможно, вы имеете ложное понимание, что по вере, возможно, читали неверный перевод. Мы к этому подойдем в последующей неделе. К примеру, в 15 главе Евангелия от Матфея, мы пока в 8 главе, но когда мы дойдем, Бог даст, до 15 главы Евангелия от Матфея, вы будете изумлены, как переводчики вносят изменения. Они обманывают нас, прибавляя, убавляя, изменяя слова с целью оправдания того, что они хотят. Но совершенно ясно, и я знаю все приводимые аргументы, все утверждения по этому вопросу. Но свинину есть нельзя. Не ешьте свинину. Когда мы записываем эту программу, появился вирус, происхождением из Китая. И нам сейчас говорят, может, это правда, может, нет, но передался он от рептилии, которую ели люди. Если бы они не ели эту рептилию, если бы не нарушали Слово Божье, тогда бы и вирус этот не вошел в контакт с человеческими существами. Заповеди Божьи всегда значимы. Мы сейчас читаем не Ветхий Завет, и для меня не важно, какой, и тот, и другой Слово Божье. Это сказано в Новом Завете, и мы видим, что Новый Завет неопровержимо связывает демоническое влияние и свиней. Тут сказано, «И вот, бесы сказали эти слова, и вдали паслось большое стадо свиней». Вот что это буквально значит, 31 стих. «И бесы попросили его». Заметьте, они под властью Мессии и должны просить. «И бесы попросили его». «Поскольку ты выгонишь нас». Не «если», а «поскольку». «Поскольку ты выгонишь нас». Они знают, зачем он пришел. «Поскольку ты выгонишь нас, то позволь нам». Они ничего не могут делать без его разрешения. «Позволь нам пойти и войти в стадо свиней». Заметьте, что были и другие животные. Были рыбы в море, были птицы в воздухе. Но они выбрали. «Мы хотим быть со свиньями». Вот где они пожелали быть. И что говорит Писание? Посмотрите 32 стих. «И он сказал им, идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. Вы заметили это? Снова и снова Писание говорит о стаде свиней. И вот, немедленно. Мессия, у него все под контролем. Рассматривая это, нам необходимо уделить пристальное внимание происходящему, потому что иногда мы прочитываем Писание быстро, невнимательно, и в результате упускаем часть послания, то, что Слово Божье желает, старается донести до нас. Понимаете, есть великое значение в каждой детали Писания. Мессия показывает нам, что Он там. Он пришел. Обратите внимание на контекст. Ранее Он сказал, дал повеление, «Я иду». Подразумевается, «Мне необходимо идти», то есть необходимо совершить служение. Он начинает свое путешествие, и тут же мы встречаемся с несколькими дискуссиями об ученичестве, о том, что значит быть учеником, а что значит быть просто мужчиной или женщиной. Когда мы боязливы и маловерны, мы не ходим как ученики, а ведем себя как обычные люди. Нам необходимо иметь понимание о власти, которую Бог дал нам для ведения духовной войны. Она включает в себя и войну против демонического влияния.
бесы, что мы снова и снова видим в этом отрывке? Из того, как они говорят, мы видим, что они признают власть Иешуа. Они признают, что они могут что-то сделать, только если Он разрешит. Они понимают, что Он в этом мире обладает верховной властью. Вопрос в том, демонстрирует ли ваша жизнь то, что Он — Господь господствующих и Царь царей. Это не совпадение, не случайность, это не какая-то незначительная деталь, что бесы просят, умоляют разрешить им по своему выбору, не по его, войти в стадо свиней. В этой области имело место разведение свиней, и это показывает, насколько далеко эта община ушла от Слова Божьего, от Откровения Торы. Не должно было быть разведения свиней в этой области, но оно было. Почему? Я уже сказал, причина — отвержения заповедей Бога. Если мы любим Мессию, мы любим Его заповеди и хотим применять их в своей жизни. Мы признаем, что они наполнены мудростью и даны как наставление для упорядочения жизни. Что ж, эти бесы, как и обитатели этой местности, они чувствовали себя комфортно, им нравились свиньи, и они выбрали их, как бесы, так и обитатели той области. Итак, Иешуа говорит, «Можете войти в них». И они вошли. Выйдя из людей, они вошли в стадо свиной. И заметьте следующую часть 32 стиха. И вот, скоро произойдет нечто значимое. И вот, следующее слово означает внезапное, неожиданное событие. Когда Бог производит суд, и это контекст, когда Бог производит суд над вещами, которые Он не одобряет. Понимаете, вот чему учит нас мудрость. Все, что вокруг нас, все в нашей жизни, нам необходимо проводить духовную инвентаризацию. Нам надо исследовать то, чем мы владеем, что мы делаем, свое поведение, что происходит в нашей жизни, и говорить, «Боже, Ты одобряешь это или нет?» Не то ли это, что встретится с твоим судом, а его суд придет, и придет неожиданно. Он не будет тем, о чем мы думали, чего ожидали. Нам надо это делать. Но если мы не в истине Божьей, суда нам не избежать. Суд Божий внезапно приходит на тех, кто отвергает его. Это-то мы и видим в данном месте Писания. Мы читаем, посмотрите 32 стих. «И вот все стадо свиней бросилось, и оно бросилось с крутизны», то есть в направлении вниз. И вот что говорит Писание. Вы читаете учение Рава Шауля, апостола Павла, и он говорит о вышнем призвании. Он говорит о горнем, о вышнем помышляйте. Мы имеем это вышнее призвание. У меня есть знакомый. Вероятно, он меня не помнит, но раньше я жил в Северном Израиле, в городе Цфат. Сейчас я живу в южной части Израиля, известном как Шефела. Это низины вдоль Средиземноморского побережья. Но когда я жил в Цфате, там был рав, раввин, и он каждое утро шаббата до чтения Торы произносил лекцию. Очень короткую. Он всегда говорил об «Алия в Эрида», «Алия вверх, Эрида вниз». Он рассматривал Писание, части Торы, где что-либо двигалось вверх или же двигалось вниз. Движение вниз — это нехорошо. Движение вниз всегда связано с сатанинской активностью и Божьим судом. Божий суд — это хорошо, но мы не хотим пережить Божий суд, производящий разрушение.
Нет, мы хотим ходить в вышнем призвании, размышляя о вещах, относящихся к Царству, помышляя об обетованиях Божьих, дабы нам не подвергнуться разрушительному действию Его суда, но получить награду Его верности на основании Его обетований и Его желания давать нам благословение. Но тут совершенная противоположность этому. Было это большое стадо свиней, и мы читаем здесь, что оно в один момент бросилось с крутизны в море, и дальше сказано, и погибло в воде. Вода — чужая среда для свиней. И здесь Писание показывает нам о демоническом влиянии на свиней. И поймите, что органы свиней похожи на человеческие. У меня знакомая, ей надо было делать замену клапана, и ей вживили свиной клапан по причине схожести. Иначе говоря, вот что мы видим здесь. Вот чему хочет научить нас Писание. Вот эти демонические демоны, небольшая тавтология. Когда эти демоны вошли в свиней, это заставило свиней броситься вниз. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что демоническое влияние в нашей жизни не поднимает нас, не ведет к вышнему призванию, но ведет к быстрому, внезапному падению, а в конечном итоге к смерти. Понимаете? Нам необходимо освободиться от демонического влияния. Мы знаем следующее. Если в вас Дух Святой, бесом одержимы вы не можете быть. Демоны могут влиять, могут подавлять, однако овладеть таким человеком они не могут. Но заметьте, что говорит Писание. И вот, в один момент все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. 33 стих. И дальше контраст с тем, что должно было быть. Пастухи, они сделали что-то. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали. Что они рассказали? Рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. Итак, эти люди стали свидетелями зрелища. Они увидели внезапное разрушение, поражение. Они видели и слышали эту дискуссию. Как эти бесы, выйдя из двух бесноватых, вошли в стадо свиней, и они увидели последующую гибель свиней. Писание говорит очень ясно. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми, одержимыми, иначе говоря. 34 стих, последний на сегодня. Для меня это один из самых шокирующих стихов Библии, потому что вы ожидаете от этих людей, что они скажут: «Слава! Хвала Богу за то, что эти двое были исцелены! Слава Богу за то, что Он действовал и не навел погибель на нас, но показал наш грех. Он разрушил то, что неугодно Ему, и преподал нам чудесный урок». Однако, вовсе не это мы видим здесь. Они не усвоили урок, они все поняли, но отвергли истину. Смотрите, что говорит Писание, 34 стих. «И вот весь город вышел навстречу Иешуа». Для того, чтобы встретить Иешуа. Мы бы подумали, что это чудесно. Они услышали о Иешуа, который изгнал бесов из этих двух людей. Из этих двоих, которые контролировали город. Теперь порядок был восстановлен. Нет больше ни демонического влияния, ни свиней. Все это было разрушено. И вот весь город вышел навстречу Иешуа, и, увидев его, и это необычное слово, означающее «видеть». Это слово означает «заметить что-то»,
воспринять во всех деталях. Что означает, что они понимали. Писание доносит до читателей, что они понимали Иешуа. Они понимали, кто Он, что Он пришел сделать и что Он намерен осуществить. И заметьте, что тут сказано. Просили Его сделать что-то. Что же? Они просили Его, чтобы Он поселился у них, остался с ними, научил их, благословил. Нет. Просили, чтобы Он отошел от пределов их. Что они сделали? Совершенно ясно, что нет иного способа истолковать это. Они отвергли откровение Божье. Они не хотели Его влияния. Они не хотели, чтобы Его сила прерывала их цели. А что насчет вас, когда вы входите в контакт с духовной истиной? Стремитесь ли вы к большему? Хотите ли вы, чтобы эта истина была вложена в вашу жизнь с тем, чтобы в ней произошло праведное, благочестивое изменение, угодное Богу, которое станет благословением для вас, которое приготовит вас к судному дню? Или вы неразумны? Может, вы как жители, обитатели этого города? Они понимали, кто есть Иешуа, но отвергли его. Они просили, умоляли. Это слово говорит о великом желании. Были другие, которые имели великое желание, чтобы Иешуа послужил им, чтобы он действовал в их жизни, освободил от демонического влияния. Но не эти люди. Они посмотрели на то, что было сделано, и сказали: «Уходи! Мы не хотим, чтобы ты был в нашем регионе. Нам не нравится изменение, которое ты сделал. Мы несчастливы. Мы недовольны гибелью наших свиней». Они выбрали свинину вместо присутствия Мессии. А что насчет вас? За что такое вы держитесь, из-за чего говорите «нет» действию Мессии в вашей жизни? Это так печально, это так глупо, и это приведет к вечному сожалению. Есть в моей жизни, есть в вашей жизни вещи, в которых мы хотим, чтобы Мессия пришел и изгнал, избавил нас от них, разрушил их. Мудрые сказали бы: мы хотим, чтобы он остался в нашем регионе. Мы хотим, чтобы он действовал, послужил нам. Но не эта группа людей. И вот эта группа людей, другая сторона, знаете что? По моему мнению, эта другая группа олицетворяет сегодняшний мир. И этот мир все более не желает контакта с Мессией, не желает Его присутствия здесь. Все, чему Он учил, они отвергают. Они говорят: «Уходи». Нет, вот что большая часть мира говорит библейской истине. Наше время закончилось. До встречи на следующей неделе. И мы начнем новую, 9 главу Евангелия от Матфея. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем Мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля!